было обнаружено открытое горение здания на площади 800 квадратных метров. На пожаре было создано 5 боевых участков. На тушение подавалось 10 ручных и 1 лафетный ствол. Благодаря усилиям личного состава, недопущенного распространения пожара в правую часть здания. В настоящее время на месте работает штаб пожаротушения, испытательная пожарная лаборатория, организационная взаимодействие с администрацией объекта. Пять, 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 пять